Самые красивые уголки мира. Юг Италии. Италия. Крайне похожий ни на какой другой. Затерянный во времени и окутанный саваном воспоминаний. Возможно ли перечислить все исторические события, которые когда-то произошли в этой удивительной стране? Не веками, а тысячелетиями люди трудились, не покладая рук, и, не задумываясь, отдавали свои жизни на поле брани, чтобы прославить родной край. Его красота и величие воплотились не только в полотнах гениальных художников и творениях скульпторов. Простые люди вырезали каменные блоки из монолитных скал, чтобы возвести неприступные стены, построить великолепные здания и бесчисленные дороги, соединившие древние империи. Что же это за прекрасная страна Италия? И что же необычного в этой земле, которую населяют разные народы? И есть ли на белом свете другой край, где зародилось так много цивилизаций? Сначала эти древние народы заселили все Средиземноморье, а затем отправились через бескрайние океаны, чтобы изменить представление о мире и навеки вписать свои имена в историю человечества. Путешествие от лесистых холмов и возделанных полей к скалистому и извилистому побережью на юге Италии займет всего несколько минут. Миллионы лет назад хорошо известный полуостров в виде сапога в Средиземном море буквально вытолкнули из воды неистовые силы природы, которые дремлют глубоко в недрах земли. Так появилась одна из самых причудливо изогнутых береговых линий в мире. Природа в этих краях
смилостивилась над человеком и подарила ему возможность наслаждаться ее красотой. Мы удаляемся от побережья к провинциям. Кажется, что в этих милых глубинках поселилась душа Италии. Мы в краю южного солнца и зноя. Днем здесь стоит такая жара, что этот регион назвали Иль Меццаджиорно, то есть полдень. До строительства современной системы орошения летом здесь стояла ужасная засуха, и жизнь была невыносимой. Поэтому многим пришлось покинуть родные земли. Люди целыми семьями уезжали из Апулии, Абруцца, Кампании, Калабрии. Большинство отправлялось искать счастье в Америку. Но для них и их детей регион Меццаджиорно навсегда останется родиной. В эру современных технологий человеку стало проще обрабатывать землю и собирать урожай. Со времен феодального строя семьи фермеров живут в деревушках на вершинах холмов, а их поселения окружают сельскохозяйственные угодья. Город Неаполь или Наполи – крупный промышленный центр Италии и международный морской порт. Когда-то его называли Неаполис. Еще за сотни лет до появления Римской империи древние греки основали здесь колонию. На этой земле жили разные цивилизации, и каждая из них оставила после себя богатое культурное наследие. Сначала здесь основали свою колонию греки, потом эти земли вошли в состав Римской империи, затем Неаполь завоевали византийцы, а в 1860 году было основано государство Италия. Художников и поэтов во все времена завораживала линия взморья, которая тянется от жилого квартала Полисипа на севере до смертоносного и величественного вулкана Везувий. Неаполитанцы славут людьми крайностей и противоречий. Их буйное веселье неожиданно сменяется унынием, но они всегда полны страсти. Любимое блюдо неаполитанца – свежие моллюски в анголе. И, конечно, спагетти, которые подаются чуть недоваренными. Самые вкусные сладости – дольче и ромовая баба. А из напитков – вино Лакрима Кристи – «Христовы слезы».
А еще они безумно любят свой город. Будь то крошечный порт, Порто де Санта-Лючия, благодаря которому появилась популярная уличная песня в Неаполе, или главная улица в историческом центре города Спарканаполе. Согласно легенде, римский поэт Вергилий спрятал в стене замка волшебное яйцо и предсказал, что если оно разобьется, то замок и город будут разрушены, пока не произошло ни того, ни другого. Когда-то южная часть Италии находилась под властью французских королей, поэтому собор построен не в итальянском, а в классическом готическом стиле. Во время футбольных матчей над стадионом Наполи стоит оглушительный гул от криков возбужденных фанатов. Когда их команда играет с клубами из Рима и Милана, они часто покидают стадион разочарованными. Вход в гавань защищает крепость, окруженная глубокими рвами. Она была построена в 1282 году. Здание со стеклянными сводами должно было затмить красотой знаменитую Миланскую галерею. За век до того, как появилось понятие «торговый центр», здесь уже находились магазины. В центре старого Неаполя расположена знаменитая площадь. Перед ней возвышается церковь святого Франциска из Паула, построенная по образу римского пантеона. Деловой район города ничем не отличается от любого другого современного финансового центра. Его окружают кварталы старого Неаполя, которые, к счастью, остались такими же, как и сотни лет назад. В жилом квартале Вомера расположен древнейший монастырь, окруженный неприступными стенами. Неаполитанский залив обрамляет всемирно известная серпообразная береговая линия. Отсюда корабли отправляются в разные страны мира. В часе пути от Неаполя на маленьком острове находится самый необычный морской порт. Вулканический остров Искья круглый год утопает в зелени, поэтому местные жители называют его изумрудным. Это самый красивый из всех островов в Неаполитанском заливе. Его площадь всего 46 квадратных километров. Здесь царит удивительная атмосфера. Роскошные дома отдыха и пляжные курорты соседствуют с виноградниками и маленькими деревушками, которые за сотни лет нисколько не изменились.
Недалеко от Неаполя находится место, представляющее огромный интерес для археологов всего мира – город Помпеи. В 79 году нашей эры, после самого разрушительного извержения в истории человечества, он был погребен под слоем вулканического пепла. Тогда жизнь в этом римском городе в прямом смысле слова застыла. Помпеи были основаны в V веке до Рождества Христова и попали под влияние более могущественной Греции. Позднее город стал излюбленным местом отдыха знатных вельмож, а также великих императоров и сенаторов Рима. Здесь проживало более 25 тысяч человек. Город расположен около вулкана Везувий. Поэтому почва у его подножия очень плодородна. Виноград, выращенный здесь, обладает особым вкусом. Из него делают знаменитое вино «Лакрима Кристи» – «Христовы слезы». Но природная стихия непредсказуема. Она забирает свои дары без предупреждения, как при извержении Везувия. Такая неопределенность отразилась на характере итальянцев, сделала их настороженными, но в то же время рассудительными и, что самое главное, стойкими. Thank you.
Мы на полуострове Соренто или побережье Амальфи, расположенном южнее Неаполя. Часть суши выступает в море на 30 миль. Соренто прославляет в рассказах и песнях, потому что перед его очарованием невозможно устоять. Однажды посетив Соренто, вы навсегда привяжетесь к этому месту. Чтобы добраться до южных районов, придется проехать по горной серпантинной дороге Амальфи. Местами она такая же узкая, какой была 150 лет назад. Но есть одно преимущество – здесь невозможно заблудиться. Хотя в выходные дни часто бывают заторы, и автомобилисты по полдня простаивают в пробках. Однако даже если дорога свободна, стоит соблюдать внимание и осторожность. У итальянских водителей не очень хорошая репутация. Из окон домов, построенных на утесах, открывается самая лучшая панорама на Средиземное море и Южное побережье. Но когда вспоминаешь, что они стоят на краю пропасти, становится не по себе. Дорога Амальфи ведет к знаменитому курорту и рыбацкой деревушке Позитано. Белые дома в мавританском стиле среди цветущих садов ютятся на головокружительной высоте. Эта древняя извилистая дорога напоминает о скоротечности жизни, хотя здесь, наверное, время идет медленнее. Черепичные крыши сверкают на солнце красным пламенем. Деревня Амальфи расположилась у подножия скал. Больше тысячи лет назад здесь была могущественная морская республика. Благодаря торговым связям с Востоком деревушка стала важным портом и культурным центром. Дорога из городка Амальфи поднимается все выше и выше и ведет в долину дракона, волшебный край, затерянный между небом и морем. Здесь начинается административный регион Кампания. Равелла подкупает приезжих своим спокойствием. Здесь нет суеты, свойственной прибрежным городам. Вы получаете несравненное удовольствие, гуляя по тихим средневековым улочкам.
тех пор, как на побережье появились первые города и поселки, местные жители стали заниматься рыбным промыслом. Салерно был одним из самых знаменитых городов Средневековья. Его еще называли «городом Сократа». А учения древнегреческих философов были весьма популярны в местных университетах. Теперь город превратился в современный промышленный центр и крупный порт. Салерно имеет особое значение для американцев. В 1943 году их солдаты высадились на этом берегу и с боями пробивались вглубь страны. Это событие изменило ход Второй мировой войны и стало поводом для гордости и скорби. На юге Салерно, среди зеленых просторов, высятся памятники, напоминающие о древнем прошлом. Храмы, построенные из желтого известняка, прекрасно сохранились до наших дней. 2500 лет назад греческие поселенцы поклонялись здесь Афине, Посейдону и Гере. Воздух, как и сотни лет назад, наполнен ароматами кипариса и олеандра. Когда-то древние греки прогуливались по дороге Декуманос, главная улица колонии Посейдонии, позднее названная Пестум. Само время сделало священными эти земли. За 200 лет до рождения Христа римляне основали здесь город Пестум, который разорился с упадком Римской империи. Но главной причиной стала вспышка малярии. В этих краях другой ход времени, и граница между древним и современным миром еле заметна. Вдоль всего побережья, от Кампании до Калабрии, выстроились рыбацкие деревушки. Жизнь этих маленьких оазисов полностью зависит от моря и его даров. Пролетая над горной трассой, петляющей вдоль побережья, невольно задумываешься над тем, сколько понадобилось сил, смекалки и средств, чтобы ее построить. Эту дорогу древние люди прокладывали с большой самоотдачей и жертвенностью. Они выполняли священный долг, потому что тропа ведет к статуе Иисуса Христа. Ее высота — 22 метра.
Какой разительный контраст! Развалины небольшого поселения на склонах Апеннинских гор и современный город на побережье. Итальянцы – истинные ценители красоты. Это стало отличительной чертой их национального характера. Равно как и вдохновение, которое дарит им вера в Бога. Жизнь во всех прибрежных городах неразрывно связана с морской торговлей. И это неудивительно. Кроме Италии, в мире насчитывается лишь несколько стран с такой древней историей мореходства. Живописный городок Баньяра-Калабра похож на многие другие рыбацкие города. Тем не менее, он считается главным портом в Италии для рыбаков, которые ловят рыбу-меч. А это совершенно особый вид промысла. В «Одиссее» Гомера говорится, что в этой огромной скале была пещера, где обитало страшное морское чудовище Сцилла. Оно в щепки разбивало корабли и пожирало моряков. Но сегодня на скале стоит маяк, который помогает судам благополучно достичь берегов. На юге находится одна из лучших автострад Италии. Архитектурный дизайн выполнен в стиле акведуков древних римлян, что, впрочем, неудивительно. Город-порт Риджо-ди-Калабрия расположен на самом кончике итальянского сапога. Он был построен заново после мощного землетрясения в 1908 году. Когда легкий морской бриз меняет направление, воздух наполняется сладким ароматом лип, апельсиновых деревьев и благоуханием душистых цветов. Отсюда рукой подать до Сицилии. Нас манят плавные линии ее побережья. Конечно, мы можем немного изменить курс, перелететь через Мессинский пролив, покружить над могучим вулканом Этна
и побывать в городах Чефалу, Палермо и Агридженто. Но Сицилия – это совершенно другой мир и культура, с которой нам еще предстоит познакомиться. Море навеки заключило эту землю в свои объятия. К ее берегам причаливали корабли чужестранцев и иноверцев. Так постепенно происходило смешение культур. Из портовых городов Бриндизи и Бари, из Неаполя, Салерно и Реджо-ди-Калабрия в разные части света отправляются торговые суда и теплоходы, чтобы потом вернуться в родные края. В конце концов, именно люди, населяющие эти неподвластные времени земли, создают образ великой цивилизации, память о которой живет в веках. Здесь всегда будут слышны отголоски прошлого, отзвуки шагов, перестук копыт и скрип телег и повозок, которые движутся с юга на север. И снова древний мир противопоставлен современному. Это городок Козенца. Он расположен в месте слияния двух рек – Крати и Бузента. Король вестготов Аларих I после разграбления Рима привел свои войска в этот город. Но скончался здесь от болезни и был похоронен вместе со всеми сокровищами на дне реки Бузента. Там, где правит природа, мало что изменилось. Даже человеческая история на ее фоне кажется незначительной и ничтожной. Но некоторые земли очень сложно осваивать, как этот горный массив Аспромонте на юге Апеннин. Однако люди смогли и здесь подчинить природу благодаря воле и силе духа. Древний город Корзета называли Версалем Южной Италии. Для короля из династии Бурбонов здесь был построен грандиозный дворец или Лареджа. Разбит восхитительный английский парк. Проложена прогулочная дорожка протяженностью более километра. А жемчужиной парка стал изысканно украшенный водопад. Этот край еще хранит воспоминания о славных победах и горьких поражениях. Во время Второй мировой войны здесь произошла самая ожесточенная и кровопролитная битва. На протяжении 7 месяцев союзные войска пытались выбить неприятеля из монастыря на вершине холма. Бесконечные атаки заканчивались неудачами, число погибших росло.
Но все же части польской армии сломили оборону противника и взяли высоту. Многие из них похоронены на монастырском кладбище. На фоне сельских пейзажей выделяется скоростная автострада, на которой нетерпеливые водители подчас совершают опасные маневры. У итальянцев, особенно у южан, есть одно замечательное качество. Они наслаждаются каждым моментом жизни, ценят простые удовольствия и маленькие радости. В 20 километрах к юго-востоку от Рима высятся величественные Албанские горы. Эти земли называют Кастелли Романи – край замков. Когда летняя жара в Риме становится невыносимой, Папа Римский приезжает именно сюда. Многие римляне посещают городок Тиволи, чтобы погулять среди фонтанов, чьи брызги наполняют воздух живительной прохладой. В первом веке нашей эры император Адриан велел построить здесь летнюю резиденцию. Большинство зданий создано по всем канонам классической греческой и египетской архитектуры. В наши дни многое изменилось, но когда-то все дороги действительно вели в Рим. И самой главной считалась Аппиева дорога, Виа Аппиа Антика. Ее называли «царицей дорог». Она связывала два великих города – Рим и Бриндизи. По римским законам хоронить умерших можно было только за пределами городских стен. Поэтому состоятельные римляне строили шикарные гробницы и усыпальницы вдоль Аппиевой дороги. Сейчас царицу дорог пересекает автострада, которая ведет в современный Рим. Древние стены Рима служат вечным напоминанием о величии города, его славной истории, расцвете и упадке. На том месте, где был захоронен святой Петр, первый христианский император Константин построил базилику. На протяжении 1500 лет собор неоднократно перестраивался, но именно он стал воплощением истинного духа Римской католической церкви. Неподалеку находится Ватикан, самое маленькое независимое государство в мире, площадью 109 акров, с населением около 1000 человек. Резиденция наместника Бога на земле.
Можно назначить встречу у Испанской лестницы напротив площади Испании. Но даже если вы придете вовремя и встретитесь с друзьями в назначенный час, с вами наверняка произойдет что-то необычное и неожиданное. Вы же все-таки в Риме. Эта пьяцца – площадь с красивыми фонтанами, украшенными скульптурами великого Бернини, построена на месте стадиона Домициана. Она сохранила продолговатую форму древнего сооружения. Фламиниева дорога была построена в 220 году до Рождества Христова. Она начинается на этой площади и ведет из Рима к побережью Адриатического моря. Этот мемориал посвящен Виктору Эммануилу II, который был первым королем Единой Италии. Римляне насмешливо и презрительно прозвали грандиозный памятник «свадебным пирогом». Капитолий – один из семи холмов, на которых был построен Рим. Здесь расположен Капитолийский музей, спроектированный самим Микеланджело. Развалины императорского Рима не только напоминают современникам о далеких временах правления Цезаря и победах его легионов. Каждый камень, каждый кирпич хранит свою собственную историю. Уцелевшие обломки стен и полуразрушенные колонны стали памятниками могущественной цивилизации. Летопись времен, застывшая в камне, увековечила образы людей, которые жили здесь сотни лет назад. В этих огромных банях одновременно могли разместиться 1500 человек. Здесь было три больших бассейна с холодной, теплой и горячей водой. Дословно, пантеон означает «храм всех богов». Именно таким он и был во времена древних римлян. Однако сегодня это католическая церковь. В пантеоне похоронен великий художник Рафаэль. Гай Цестий, римский государственный деятель, умер в 12 году до нашей эры. Для него построили гробницу в виде пирамиды, которая позднее стала частью Аврелиевых стен. Легенда гласит, что братья Ромул и Рем, основатели Древнего Рима, были вскормлены и воспитаны волчицей на холме Палатин. На этом самом месте археологи обнаружили постройки, возраст которых датируется X веком до нашей эры, что отчасти подтверждает древний миф. В наши дни парк на Вилле Боргезе открыт для общего посещения. Горожане гуляют по английскому саду и катаются на лодках. Многие представители знатных семей разбивали собственные парки по его образу и подобию. На территории виллы находится великолепная художественная галерея, где выставлены работы Тициана и Бернини. Экс-Велин – самый высокий из семи знаменитых римских холмов. На нем стоит двухкупольный собор, построенный в разных архитектурных стилях.
по сравнению с древней историей Рима, этот фонтан был построен относительно недавно, всего 250 лет назад. Но с тех пор, как был снят фильм «Три монетки в фонтане», никакой другой римский фонтан не привлекает так много туристов и влюбленных. Река Тибр неторопливо течет через Рим. Она словно рассказывает повесть, у которой нет ни начала, ни конца, славную историю Южного края. Эта река похожа на нить времени, которая проходит через прошлое, настоящее и будущее и сплетает воедино предания о вечном городе и вечной земле. Исполнительный продюсер и режиссер Рой Хаммонд. Продюсер Сэм Топеров. Оператор Грант Биман. Фильм переведен и озвучен компанией «Первый ТВЧ» 2010 год.